Человек болеет, когда он перестает обращать внимание на свою жизнь. Он ее не замечает. Он замечает в этой жизни только негативные проявления или какие-то проблемы. Или начинает говорить там, вот они не знают, что я ордена Ленина, или она плохая, или он там плохой и так далее. Вообще, я вам хочу дать очень хороший совет. Занимайтесь такой медитацией, при которой произносите себе, я никто, я ни при чем. Они никто, они ни при чем. Такая медитация очень изменит ваше состояние. И начните жить. Не допускайте воспоминания, не мечтайте о будущем. Прикоснитесь к этому миру. Вы же в нем живете. Доказать прошлое возможно. Потому что написав прошлое, положив бумажечку в столик, он будет... доказательством того, что вы прожили жизнь. А доказать будущее невозможно, потому что если вы напишете будущее и положите в стол, то вы его увидите уже в прошлом. Поэтому на будущее можно только надеяться. Что думать о будущем? Что мечтать о будущем? Будущее создается только путем вот этой энергии. Это энергия счастья. Тот более счастлив, кто более видит. Тот более счастлив, кто более чувствует. Тот более счастлив, кто теплее. И это вот одна из особенностей, главных тайн в нашей жизни. Почему несчастно, мне 63 года. Говорите себе, я никто, я ни при чем. И все не важно. И начните развивать в себе вот эти эстетичные элементы. Зачем во дворцах, зачем у богатых людей, зачем люди, когда добиваются высокого положение в обществе, для чего они не живут в общежитии? Они начинают переезжать, начинают пользоваться. Они же могли жить без картин, без ковров, без красивой мебели. Могли же, как там, допустим, там, где-то, как жили раньше, в квартирке там, или в общежитии, или еще где-либо. Но только у человека что-то появляется, он старается красивую вещь, красивую на стенку что-то прицепить, там, с женой. А как обычно живут? Жена некрасивая, там, кто-то вредничает, и остается только кушать, а потом диабет появляется, уже кушать нельзя, выпить, потом болезни желудка появляется, язва, потом удовольствие извращенное появляется, что человек удовольствие получает от того, что он орет, почему получает удовольствие? Я главнее, чем вы, или я умнее, а вы тупые, Ну и вот так мы видим, на самом деле все вот примитивно и банально. И выход он известен. Это вот ключ, который я вам...